Всем привет, наконец-то я снова в эфире, доктор меня выпустил, сказал, иди, обновление, твоя фича, ты будешь тянуть. В общем, очень круто, очень весело, у нас обновление с анальными пробками, чуть не оговорился, ну кому-то очень удобно, кому-то не очень удобно, ну вот как-то... С обновлением у нас, как обычно. Очень долгая задержка. На несколько дней мы все очень сильно ждали. Но ничего, сейчас пройдем по обновлению. Ну а прежде чем начнем, простите меня за рекламку. Ну а сейчас небольшая минутка для того, чтобы представить вам возможность вкусно и быстро поесть. Итак, весь апрель месяц у меня для вас два кода. Два кода, которые позволяют вам заказать пиццу буквально за считанные копейки. Как говорится, смотрим видео, едим пиццу и наслаждаемся. Ну что ж, давайте пройдемся по всему обновлению полностью и разом. Самое главное и то, что вам будет интересно, конечно же, подарки. Завезенные подарки, которые у нас тут обновились. Итак, кольцо. В общем, многие будут выкачивать, знаю, что многие будут качать, тем более, как бы, ну, на 45 дней неплохое колечко для топовых уровней, донаты 100% выкачивать его буду, но остальным советую, если выпадет, то выпадет, можно с бесплаток. Покупать не обязательно, потому что баф временный, неинтересный, ну, в общем, вот как-то примерно так. Далее, наноева. Вот с наноевой будет очень классно и очень весело. Вот самое интересное, что если вы выбьете наноеву плюс шестую, это будет прямо круто. Но думаю, что скорее всего это будет где-то, наверное, наноева у вас плюс 4, плюс 5, это будет максимум. Выпадает она не очень интересно. У меня уже есть видос по подаркам. Мне уже инфу слили и... Не очень приятный дроп, если честно. Именно на наноеве. Но я буду вот ее, скорее всего, выкачивать, потому что, ну, с фокусником, видимо, у меня будут проблемы. Далее у нас самый веселый, короче, фокусник обзаводится новым бафом на 16 уровне. Максимальный уровень теперь его становится 18. Посмотрю, если найду, как и говорю, поставлю отдельно еще табличку с расписанием того, сколько, где, чего наносит, какой урон. Но самое интересное, что телекинез теперь будет давать дебаф для питомцев, которые находятся у противника здесь и в данный момент. Очень интересная вещь, хотелось бы посмотреть, как работает. Но, наверное, у донатов буду смотреть. Нападать буду, пусть меня унижают. Ну, как обычно, в общем. Ничего удивительного. И по одежде, которую все, как обычно, ждут. Итак, заходим в салон красоты. И нету праздничных одеяний. А вот жалко. А можно было бы. Я хотел что-нибудь космическое себе, очень интересное. Самый простой, элементарный донат, но, к сожалению, почему-то его не вводят. Каждый раз на это ругаюсь, а хотелось бы увидеть. Дальше из самого классного. Ну, турниры вам понятно уже. На территории появились инопланетяне, тоже понятно. Но у нас еще и появилась очень уникальная вещь. Итак, добро пожаловать, Лето Сити. У нас новая, уникальная, красивая студия. В общем, пустошь, там как-то вот интересно, типа какой-то океан. Дальше такое там Сатурн от кольцо. В общем, красивая, очень красивая. Вот, ну прям, ну действительно, уникальные студии, дизайнерские. Как вы знаете, у нас эта студия разыгрывалась. Разыгрывалась она как раз на конкурсе. Те, кто участвовал, всем спасибо большое еще. Ну, а победителя, как вы видите сейчас на экране. Действительно, очень уникальная студия. Эх, какая красота все-таки. У меня тоже уникальная студия, вот, видите. Вот такая вот у меня уникальная студия. Надо было тоже поучаствовать, наверное. Да ладно, ладно, но ничего. Победителей всегда надо поощрять. Эх. Хорошее обновление, но качать я даже не представляю, что себе. Потому что, как бы, ну, мне как бы фокусник не очень нужен. Тем более, как бы, ну, такой баф, ну, своеобразный. Буду, наверное, качать наноеву. Так что у кого не хватает у вас аркончиков, то все к выкачиванию. Ну, ладно, не буду долго разговаривать. Всем пока, с вас лайки, конечно, обязательно. А то я вам тут делаю видео, а лайков мало.
Пока.